На удаленке. Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня в онлайн-формате. Ожидается, что с напутствием выступят педагоги, звезды российского кино, театра и эстрады, а также сами выпускники, участники международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения. Что касается нижегородских выпускных, то прямого запрета нет. Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет форму и вид выпускных вечеров. Тем временем стало известно, что более 106 школьников в Нижнем Новгороде получили высший балл на ЕГЭ по литературе, химии и русскому языку. При этом количество получивших 100 баллов значительно увеличилось. По химии сразу 6 человек вместо 3 в 2020-м, 39 человек против 28 по литературе. Однако по русскому языку ситуация немного иная. Если в прошлом году на 100 баллов сдал 71 школьник, то в этом только 61. Стоит напомнить, что 24 и 25 июня выпускникам предстоит сдать госэкзамен по информатике и ИКТ, а затем резервные дни 28 и 29 июня и 2 июля будут экзаменоваться выпускники, которые по каким-либо причинам не смогли присутствовать на ЕГЭ в основной период.